тебе нужно написать Роза. Угу. Ну так давай пиши. Не хочу. Ну надо, заешь. Я YouTube хочу. YouTube будет только YouTube после того, как ты сделаешь уроки. Делаем уроки. Нет. Почему? Ты мне опять про часы включишь, да? Не включу я тебе про часы. Включишь то, что ты захочешь на Ютубе. Но только после того, как сделаешь красиво задание. Напишешь Роза. Роза как пишется? Первая буква какая? Р. Потом. О. Потом. З. Потом. О. Может быть, А? А может быть... О. Может быть, что? Может быть, О. Вот, смотрите. Р-О-З-А. Р-О. А будет Роза. Так правильно. Ну, что такое, пупсик? Мне обидно. Что обидно? Что не О? То. Ну, ничего страшного. Как мы пели раньше? Ничего страшного. Давай писать. Нет. Урок. Одну строчку напиши и все. И все? Да. Потом следующий будем писать. После Ютуба. После Розы. Мы с тобой знаешь, зачем время учили? Зачем? Чтобы ты время не тянуло, как ты сейчас тянешь. Чтобы ты взяла и сразу написала домашнее задание. И чтобы потом пойти погулять и посмотреть Ютуб. Посмотреть Ютуб, а потом пойти погулять. Делаем? Угу. Мама наушнички наденет сейчас, да? Кира пишет Роза. Раза. Роза. Раза. Роза. Ну там же вместо О. А должна быть же. Нет, там же вот как написано, так и пиши. Давай. Как ты красиво пишешь, мы сейчас посмотрим. А я не буду писать, па. Почему? Потому что я когда делаю палочку одной буквы, у меня получается то, что одна буква соединена с другой буквой. Правильно. Ты мне этот майдан заканчивай. Давай пиши, Роза. Не буду. Что не буду? Потому что у меня лайков много. Мало. Мало, много. Будет еще меньше. Давай, непослушная дочка, пиши, Роза. Пишешь? Нет. Почему? Потому что я хочу. Сейчас напишу. Делаем домашнее задание, Кира. Давай, не балуйся, пиши. Начинай. Я не хочу. Ну почему не хочешь-то? Почему? Это не интересно. Это очень интересно. Когда ты сможешь писать, ты сможешь писать записочки разные нам с мамой. На холодильник вешать. А лучше вам с мамой. Ну, бабушке там, я не знаю, Тимурке любовную записку напишешь свою. Люблю Тимурка. Да, так и напишешь. И давай. Все. Кого там писать? Роза надо научиться писать прописными буквами. А я не буду учиться другими буквами. Это прописные. Ну давай, пожалуйста, сколько тебя можно уговаривать? 15 минут тебя уговариваю, давай. Точно. Точно, давай. 15 минут, это получается 30 минут, пап. Пишите, пожалуйста. Что, Гавриша, у тебя лежит корм? Давай, давай, вот здесь вот, пиши. Роза. Красиво, старайся. Ты же у меня умница. Она не пишет. Да кто не пишет? Пишет все. Буквы Р уже написала. Не получилось. Что не получилось? Да, это не получилось. Но в следующий раз получится. А мне надо все ровно сделать. Давай на черновике потренируемся. Давай. Ютуб смотреть собираешься? Что? Давай пиши. Ну, у меня не получилось.
Давай, пиши. Роза, аккуратненько, старайся. Ты же девочка. Ты же красавица у нас. Ну, вот это вот уже красиво. Давай еще раз рядышком. Покрасивее, только аккуратненько. Как Винкс, да? Не умею писать. Ну, поэтому и надо учиться. Хорошо? Ну-ка, ну-ка. О, у вас получается намного лучше. А теперь, пожалуйста, красиво, как ваша учительница написала. Ровненько, красивенько, с наклончиком. Ты же будешь отличницей? Неправильно. Да что там опять неправильно? Ну ничего страшного. Начинай заново писать, и все получится. Не плачь. Успокойся и потихонечку, аккуратненько пишем. Да не так пишут же. Ручку как надо держать? Тремя пальчиками.